Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Рассказав про все новинки в реактивной эре, я могу со спокойной душой перейти к вертолетам. Ведь с патчем 1.91 их стало еще больше. Из интересных новинок мне приглянулся французский еврокоптер. Подобная машина имеется и в немецкой ветке, все же разработка была совместной. Но у французов вертолет выглядит привлекательней. За счет 30-миллиметровой автоматической пушки. Тем более, у нас есть выбор между премиум-версией и обычной прокачиваемой. Разница будет заметна в подвесном вооружении, а вот по ЛТХ вертолеты не отличаются. Если рассматривать обычную версию, то перед нами открывается целый арсенал различных ракет. От неуправляемых снэпов до управляемых хотов третьего поколения и хеллфайеров. В придачу мы можем взять 4 ракеты воздух-воздух, Мистраль. По характеристикам они несколько уступают американскому Стингеру или советской Игле. Их дистанция захвата цели срабатывает только на расстоянии в 3,5 км, в то время когда советская ракета уже может поразить воздушную цель с 4 км, а американская еще на 500 метров дальше. Но если не брать в расчет расстояние до цели, то эффективность у ракет будет примерно одинаковой. Перегрузку все три ракеты держат до 18 G, что серьезно снижает шансы на уклонение у реактивных самолетов. А вот вражеский вертолет может выпустить тепловые ложные цели, на которые сработает захват ракеты, и она уйдет просто мимо. Немного нечестно получается по отношению к реактивной авиации. Ну, ладно, перейдем к разбору самого вертолета. Главное отличие према от обычной версии, то что изначально на нем будут открыты абсолютно все модули. Вам не придется летать с одними снэбами. Правда, взамен у нас отобрали хеллфайеры. Я бы не сказал, что это как-то повлияло на нашу эффективность. Я, например, их редко использую. На мой взгляд, обычные птуры в разы эффективнее. Так, вы по крайней мере видите ракету и можете ее контролировать, самостоятельно задавая ей траекторию полета. А вот хеллфайеры просто возьмут один из допустимых маршрутов и ударят в точку, которую подсветили лазером. Порой случаются неприятные промахи, из-за того, что лазер может спокойно уйти сквозь гусеницы, и ракета уйдет не туда, куда нужно. Я уже не говорю о том, что рекомендуется выбирать неподвижную цель, так что просто выбирайте ход 3 и не мучайтесь. Эта ракета летит довольно быстро, примерно со скоростью 240 метров в секунду и пробивает 1250 мм брони, а дальность поражения доходит до 4 км, и еще плюс-минус есть небольшой запас на 3 сотни метров. На других подвесах расположены 4 ракеты воздух-воздух, про них я уже вам рассказывал. Остается курсовая 30-миллиметровая автопушка. Поначалу я думал, что у нее можно сменить тип боеприпасов, но увы, она стреляет исключительно осколочно-фугасными снарядами, так что применить ее можно только против авиации. Что насчет ЛТХ вертолета, то стоит сразу отметить, что он очень маневренный и быстрый. Разгоняется еврокоптер до 320 км в час, и причем делает это он за короткий промежуток времени. Вертолет предельно отзывчив в управлении, на нем очень легко выполнять различные маневры. Складывается такое впечатление, что он и вовсе не нагружен тяжелыми подвесами, или силовая установка настолько мощная, что способна его моментально вытянуть из крутого пике. Вот нет у него такой инерции, как на других вертолетах, и его не сильно тянет к земле. Ради эксперимента попробуйте забраться на еврокоптеры на 300 метров и совершить мертвую петлю, а потом пересядьте на топовую кобру или газель и повторите то же самое. Два последних вертолета с трудом смогут повторить подобный маневр, а вот французский тигр запросто крутит бочки и мертвые петли. Так что на данный момент это лучший вертолет War Thunder, хотя его возможно еще поднастроят. Я специально показываю только совместные танковые бои, потому что основная задача боевого вертолета заключается в поддержке наземных сил. В нашем же случае это уничтожение вражеской бронетехники и отчасти сбитие воздушных целей. Как пример, ими могут стать другие вертолеты. Для подобных задач еврокоптер справляется отлично. Он хорошо вооружен и может работать в ночное время суток. Для этого у пилотов имеются очки ночного видения, а в прицеле установлен тепловизор, который функционирует даже днем. С помощью него, кстати, легко распознавать вражеские танки. Объекты видны даже сквозь гущу леса. Но самое интересное будет, когда мы перейдем в режим симуляторных боев. В патче 1.91 многим вертолетам наконец-то добавили дисплеи. Они установлены не просто как декоратор, а именно функционирующий экран, который способен показывать различную информацию.
В зависимости от ситуации, их можно переключить. Все приборы и показания видны на дисплеях, а также имеются карты, которые показывают наше местоположение. В случае обнаружения вражеским ЗРК, ИСПОН начинает издавать неприятный звук. Переключив экран, вы увидите не только предупреждение об атаке, но и направление этого облучения, отчего можно быстро определить, где спряталась зенитка. Заметьте, что сейчас нет системы свой-чужой, так что облучение может исходить от союзной ЗРК. А вот уже при пуске ракеты или стрельбы звук сменяется на монотонный писк, и можно сразу понять, что сейчас лучше выполнить резкий маневр и затаиться. Такое предупреждение вы точно не пропустите. СПО очень громко и противно начинает пиликать. Что касаемо эффективности, то в СБ присутствует сетап, включающий в себя только вертолеты и танки. В подобных боях Еврокоптер показывает отличные результаты. Вертолет первым долетает до вражеских позиций, 8 туров прекрасно справляется с наземными целями, а 4 ракеты воздух-воздух отобьют любое желание посостязаться с нами в воздухе. Учитывая, что противостоять нам будет исключительно советская сторона, бояться нам придется только тунгусок. Советские Ми-24 и российские Ми-35М хорошо видны издалека, поэтому сбить их не составит особого труда. Тактика у нас простая, как впрочем и на всех вертолетах. Взлетаете, летите на малой высоте, облетайте танковую зону, так чтобы вражеские танки были от нас справа или слева, оттормаживайтесь, зависаете и чуть приподнявшись по высоте, отслеживайте вражеские ЗРК. При возможности их уничтожаете. Затем уже приступаете к танкам. Главное все время следить за воздушными контактами. Возможно, у противника появятся вертолеты. Их уничтожение становится нашей первоочередной задачей. Также не забывайте использовать тепловизор, он очень помогает находить цели. Настроить его можно в управлении, там буквально нужно назначить две кнопки. В заключение могу сказать, что Еврокоптер получился очень универсальным вертолетом. Он быстрый, легкий, маневренный и отлично справляется со своими задачами. Ну а на этом все. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Также не забывайте поставить лайк и хендшель и подписаться на канал. Ну а если вы задумали что-то приобрести, то вас ждет в описании 3% скидка и моя наклейка. В любом случае, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.